Подмосковье занимает второе место в Российской Федерации по образованию. В 2023 году на Олимпиадах школьники из Московской области завоевали 375 медалей. Отдельное достижение – темпы строительства образовательных объектов. В 2018 и 2022 годах в регионе возвели 121 школу и 115 детских садов. В ближайшие годы работа будет продолжена. Об этом на встрече с работниками Дубковской школы «Дружба» рассказал депутат окружного совета депутатов Алексей Солдатенко.